Все увиденное в этом ролике можно получить, не потратив ни одного золотого. Но с золотом можно начать зажигать прямо сейчас. Привет! Сегодня я расскажу вам о том, как быстро прокачаться в Prime World, используя золото. Всем известно, что редкие таланты делают героя сильнее. Но где их взять? Ведь в бою не часто падают нужные таланты. Здесь поможет Золотой век. С ним редкие таланты будут падать значительно чаще. Но самая эффективная стратегия – создать побольше талантов в замке. Если не жалеть золото на ускорение производства, то в короткие сроки вы получите много первоклассных талантов. Кстати, с Золотым веком производство ресурсов удвоится. Это сильно облегчит создание талантов. Теперь у нас есть много разных талантов. Не все подходят нашему любимому герою, поэтому не забудьте улучшить нужные таланты неподходящими. Они станут гораздо мощнее. Вот как изменился мой герой. Теперь его шансы на победу гораздо выше. Такой герой полезен для любой команды. Союзники всегда будут вам рады. Желаю вам славных побед на просторах Prime World.